Всем привет, с вами Аня Поля, а перед началом этого видео обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой инстаграм, ютуб канал и лайн. И я решила, что для первого видео будет очень интересно посмотреть мой маленький влог с отдыха, так что поехали! Через 10 минут мы поедем на экскурсию в город Родос, я вам буду все показывать и рассказывать. А так я начну снимать мой повседневный день, как я вам обещала, и... Сейчас мы приехали в этот дом, какой-то дом с привидением. Жестко. Типа. Класс, друзья. Кто по классу? Сейчас я вам покажу деревню, которую мы приехали. Это деревня, где делают вино, мед, оливки, но вино нельзя, так что мы пробуем только мед и оливки. Открывается два моря. Это Средиземное, это Эгейское. Feeling like I'm fresh out boost. If they want the drama, got the ooze. Ship the whole crew to the cruise. Doing shit you don't even see him move. Ride with me, ride with me. Сейчас уже 3 часа, и мы приехали кушать таверну. И в завершение этой прекрасной экскурсии мы сейчас находимся на прекрасном, очень красивом пляже, где были Орел и Решка. Так что, здесь очень красиво. Смотрите. Все, всем привет, и сегодня я покажу мой обычный день на отдыхе в Греции. Сейчас мы идем завтракать. Поехали! И мы уже пришли на завтрак, я взяла себе круассан, яичницу, бекон, фрукты, латте и апельсиновый фреш. И сейчас я на пляже. На пляже я всегда читаю книжку, либо купаюсь, либо выставляю посты в инстаграм. Да, подписывайтесь на мой инстаграм или снимаю видео в лайк. Так что я пошла снимать. И мы будем кататься на этих рыбалках. Желайте удачи, потому что это очень страшно. Ребят, мы уже пришли в номер, покатались на этой очень экстремальной штуке. Мы переворачивались, там катались, и это было очень классно. Вот, мы уже в номере, мы... переоделись, помылись, и сейчас мы пойдем уже на обед. А вы не переключаетесь? Мы уже пришли на обед, и я взяла 4 куска арбуза, яблоко и нектарин. Сейчас мы уже пообедали, и мы всегда после обеда идем в бар. Мы там сидим, кушаем мороженое, но я заболела, мне мороженое нельзя, так что творим что-нибудь другое. После обеда мы сразу же пошли в автобус, чтобы поехать в сам Родос, в центр города, чтобы пошли в... Все купили в Заре, и вообще, по моему мнению, Зара в Греции на Родосе похожа на одну большую свалку. Там все на тихо. Так сложилось, что мы сейчас сели в ресторан, потому что я очень хочу есть. У меня обед был не самый плотный. Вот, мы заказали одну пиццу карбонару. Кстати, вы знали, что в карбонаре есть макароны. Вот. И мы заказали еще панакотту. Приятного всем аппетита! Наконец-то мы приехали в номер, и как я обещала, я буду вам показывать вещи, которые я купила. И какие вам вещи нравятся, обязательно напишите в комментариях, и будет интересно почитать ваше мнение. Давайте уже начнем. Первое – это такая толстовка, тут язык. Я очень люблю показывать язык, так что вот. Вот. А вторые – это хеты из Зары. Они такие обычные. А третье – это черные такие шорты. У меня есть такие, только белые. Это тоже на 8 лет.
Вот. Четвертое – это спортивный костюм. Мужчина на 8-9 лет. А это на 9-10, хотя просто моего размера не было, так что я купила на больше. Ребята, всем привет, завтра мы уже выезжаем, извините меня, пожалуйста, я все перепутала в голове. Короче, я не сняла ужин, наш последний, потому что мы завтра уезжаем уже утром рано, вот, и тогда простите, пожалуйста. Ребята, мы уже сели в самолет, нас очень сильно задержали на 3 часа, вот, и мы вообще должны были лететь в 3 часа, а сейчас мы полетим в 4. Супер! Got a hard head, but her ass up. She want the last name with the ring on it. 'Cause I pulled out a million cash, told her.